16 января 2024 год. Афоризм сегодня будет не хронологический, не в хронологической последовательности, а просто поскольку я в рашистском блиндаже нахожусь, оставленным рашистом под Работино. Хочется вспомнить свои афоризмы про Россию. Первый из которых. «Россия будет первой страной в мире, которую съела моль». Написал этот афоризм 28 октября 2015 года. Кроме того, про Россию у меня есть. «Россия – это жопа мира, которая считает себя пупом земли». Что еще? А вот совсем свеженький. «Россия – это когда между ножками Буша и яйцами Эрдогана определяется, кто будет получать спецпоёк, а кто хлебные карточки». Это я уже в 23-м году написал, после того, как золотые яйца стали, да? Или в 24-м уже? Ну, в общем, в курсе, наверное.